Лютый сибирский холод сковывал промерзший грунт, и, казалось, никакая сила не одолеет его. И только упорство сибиряков, их высокий патриотизм, непреклонная воля к победе ломали все преграды, преодолевали трудности первовоенной зимы в Сибири. Японская агрессия на Востоке. Захвачен Малакский полуостров с полумировым запасом британского олова. И в это время сибирский завод дал стране свою первую плавку. Вот они, гвардейцы тыла. Главный инженер завода товарищ Костин. Начальник строительного участка товарищ Дорофеев. Плавильщик товарищ Лаптев. Старший мастер товарищ Чендарев. Инженеры металлурги товарищ Макаров. Товарищ Багдасарьянц. Старший прораб товарищ Иванов. Завод плавит отечественное олово.